Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Привет, Соня, как дела? Что ты подписала? Как ты подписала это? Ангелу весело. Нихуя себе. 7 человек. Привет, Маха, ты где? Вовка, салам. Соня, что ты дома? Муля, привет. Ой, Кирилл, это Кирилл уже домой. Привет. Ой, это нормально. А что ты дома, Маш? Почему все дома? Вообще не поняла. Че я в школе? А что вы все, блядь, дома? Идите в школу. 53-я шоу вообще пустая. Слава. С одноклассниками. Кирилл, а ты вообще где? Маш, ты спишь? Ебать, че вы все спите? Охереть. Понятно. Нахрена я сюда вообще пришла тогда? Завтра не будешь в школе. Аня просто не захотела прогуливать, и... Ты дома? У кого какашечные? Ух ты, спасибо, что лайкаете меня. Я к вам приду в 14:15, зачем? У меня вообще 8 уроков, наверное. Но я уйду, я не хочу тут сидеть. А ну видно, как отросло, нет? Ногти. За Аней. Кирилл, ты что, курил что-то? Саш, привет. У тебя камера. Что ты сделала? Это немецкий. Я-я, это да. Я не понимаю немецкий. Я-я, это да, да. Это вообще не Кирилл, а Кирилл, где ты пишешь? Мне кажется, что это кто-то другой пишет. 11. Сейчас ко мне придет учитель и начнет спрашивать, у нас какой-то диалог. Вообще, веселимся по полной. Один. Что один? Вовка, салам, ёпта. Шо, Маш? Сегодня гул? А что сегодня, пятница? Вообще-то мы в зал идем. И чё? И чё тут, нет? Даже уже просто едет крыша. Да, не в зал? Нет, ой, точно, зал. Ты идешь, Маш, кстати? У меня сегодня ноги, жопа. Скоро звонок. Зачем? И шо, Вов? Напомнил. Ты в спортивной кофте, да? И в джинсах еще. Я вообще вон только... Оп, суперстар. Бачишь, да, да. Джинсы. Кофта, все как надо. 5 пойдем. А я еще не знаю, во сколько я приду домой. Если мне получится свалить, то да. А если нет, то... Иди в жопу. Привет, полайкайте меня, пожалуйста. Даша выпрашивает лайки. Ой, у меня тут такой сарай, что не надо вам говорить. Какой школе учусь. Спасибо большое. Мне просто нужны лайки, а то мне 25 тысяч. Хотите, я делаю файлик на голову? 12:12. Беллис? Единственное, что приходит мне в голову, это, конечно же... Короче, у меня сегодня 8 уроков. Если у меня получится свалить... то я уйду и приду домой, ну, успею там полежать, да все. Хорошо, заходи. Я тебя жду, моя родная. Муа. Вчера с Машей в засос поцеловались в автобусе. Короче, он резко затормозил, и я такая, ну, Маша так вот губы ей в зубы, носом в нос. И мы такие, и так вот просто 5 минут. Стояли, пока автобус, ну, короче, пока Аня нас не подняла.
Мы так орали в автобусе, себе представить не можешь. И какие-то тёлки на 13-й стояли. Короче, я так, мы такие едем, вот бляха. Мы такие, короче, едем. Мы, короче, такие едем. И это, и я останавливается наш автобус, я такая, шо вы эти подкоточки? Это штучки какие-то стоят. Она показывает мне бак. Короче, кончит. Весь автобус выдохнул, когда мы вышли оттуда. Вон так и был, прикинь. Саша, меня смотрит Саша, ничего себе, привет. Саша Сопронов. А, понятно. Так. Если бы Пугачёва, я бы так не удивилась. Я снимаю трансляцию, вы ничего не понимаете. Надо кому-то нахлопать сегодня. Да. Все. Я поставила. Ой. Маха, забери меня отсюда. Я сейчас пойду на рад. Почему у тебя кроме лица? Нет, я не хочу так. Мне там прыщик выйдет. Кто меня смотрит? Я в шоке. Интересно, у меня правда, наверное. Здравствуйте. Как дела? Включи быстро. Нет, Саша, вот. Ну, я же тебя... Секунду. Все. Лама, have you tried a soup for breakfast? Of course. And what is yes? What is it made of? The main ingredients are chicken or beef, then tender noodles, and spicy ingredients. And how is it cooked? First of all, you boiled cebolla, then put to the bouillon some spice ingredients, and your chicken or beef. And then, yes, the last ingredients. Okay, and what does it taste? And what does it taste like? Like what? It tastes like Like Мелина, но не как Мелина, нет, ну нормально. It tastes okay. I recommend to And where I can buy it? You can buy it. You know, after some ingredients, you can buy